Здорово, народ. Нормально, со звук. Это МКС. Ничего поделать не могу. Привет. Нет, не выходил. Вечером не выходил. Отлично. Устал, пиздец, не спал вообще. 2 часа спал. В 5 утра встал, блядь. Ездил, хомяка оформил. Вот. Короче, блядь, вообще нормально, все. Номера оставил, это 200. И, короче, с тонировкой, блядь, на глушняк проехал. А, через ГАИ, блядь. С лобовым, с боковыми, блядь. Короче, добазарились там. Дмитров ездил, блядь. Дмитров гонял специально туда, к чувакам, где хозяева. Они там, короче, мутили, перемутили, короче, позвонили. В общем, ну, вообще, на самом деле, было стрёмно. Уже, как бы, шли ключиком поддевать тонировку и с лобового, и с боковых. Ну, получилось там договориться. Всего пару рублей отдал. 2 рубля. Ну, там это не... Ну, там по звонку, короче, сказали пропустить. Получилось. Так что затонированный весь нахуй остался, блядь. Тонировка, конечно, был пиздец. Сдирать, блядь, потом, ой. Опять тонировал. Так что прокатило. Все, переоформил. Переоформил. Теперь хомяк на мне висит. Блять, да заебут нахуй, а? Ну что ты будешь делать? Так. Да его не останавливают. Его останавливают на дороге, просто поглазеть на него, вот и все. Че его там останавливать? Там и так все, блядь, стекла узкие, там и так нихуя ничего не видно, что тонируем, что не тонируем. Да, это хозяин бывший угорал. Его остановили мусора. Говорит, а что вы не пристегнуты? Он говорит, чувак, а нахуя в этой машине? Все, давай, пока. Ну так. Ксюшка со мной ездила, блядь. Бедная девочка устала. Я там в ГАИ возил, она измучилась вся. Сидеть в машине. Тоже в 5 утра со мной подорвалась. Пошла сейчас домой. Сейчас пособирается немного, придет на тренировку. Я сейчас пожру по-быстрому, пойдем потом с ней тренироваться будем. Мы с собой сырники взяли. А потом еще в Макдональдс я заехал. В Макдаке жирану. Ксюха ела салат в Макдональдс. А я что захотел, то и съел. Потом еще в Икею заехал. Кровать купил. Самую большую. В Хаммер загрузил кровать, короче. Сейчас кровать там лежит в Хаммере. Самый большой кровать, короче, Вася. И что, и сюда приехал. Ну, еще в Икее там сожрал этих, как его называется, хот-догов там. Вот. Вот весь день. С 5 утра, блядь. Ну, не с 5, с 5:30. А когда будем объедать Хаммер, блин, не знаю, приезжайте. Вы ж никто не приезжаете ни хера. Приезжайте, я налью. Или нажарю. Ну, блядь. Охуенно.
Да? Вода кипит, рис забыл положить. Нет, Сань, сегодня не надо, я сейчас пожираю. Я спать хочу, блядь, просто невыносимо. Я сейчас поем, потренируюсь и домой, все. Мне не ебят сегодня, больше ничего. Надо выспаться. Так. Я вообще хотел домой ехать сейчас спать, а потом ночью приехать потренироваться. Это я вообще никакой. И Ксюха тоже никакая. Так, что там? Езжайте. Че, куда езжай? Я сейчас пожру, быстро потренируюсь и потом поеду спать. Завтра хочу на область доехать, посмотреть, если высплюсь. Если высплюсь. Наверное, высплюсь. Сань, ну я фотку посмотрел, ну и так хуй знает. Вживую надо посмотреть. Мне стрейч не нравится. Говорил, что стрейч это как бы не совсем мое. Мне нравится более свободное. О! Кто это здесь у нас появился? А? Кто это здесь? Да везде все печатают, просто в другой конторе надо печатать. Вот и все. Значит, надо по-другому как-то сделать, да и все. Все, Сань, ничего невозможного не бывает. Я так думаю. Поэтому все печатают. Так, сейчас, что там? Отличные дела. Вообще супер дела. Все, нормально. Очень большое дело сделал. Самое, блядь, дело, которое я ненавижу, это машину на учет ставит. Больше всего меня бесит. Все, машина стоит. Теперь можно кататься, сколько влезет. Так, сейчас я тут гриф. Я здесь, если что. Так, ты там собирайся давай. Болтает она тут. Сидит. А? За переоформление 800. Блять, 850 рублей. Квитанция. 950 там еще, ну это, через банкомат. 950 рублей, короче, квитанцию оплатил. И 2 рублишки, чтобы я быстренько проехал, чтобы никто не заметил, что у меня тонированная лобовуха и боковые. Страховку сделал. Кстати, у меня страховка, знаете, сколько на хомяк вышло? Всего 6 рублей. Вот так вот надо уметь. У меня просто скидка очень большая, 50%, по-моему, максимальная. Я приличный водитель, прилежный. Вот. 6 тысяч всего страховка вышла на Хаммера. И 2 тысячи это техосмотр, ну это технологическая карта. Вот. Ну это я вчера еще все сделал. А постановка на учет в Дмитрове, ну 850 рублей квитанция плюс 100 рублей там за что-то, ну комиссия, короче. Вот и все. Че просил? Страховал? А я хуй знает, где страховал. Я не знаю. Я просто зашел, у меня в доме, в соседнем подъезде страховая. Куда страховал? Я хуй знает, куда я страховал. Страховой полис дали, и все, я не знаю, какой. Какая разница, блядь? Все одинаковые. У них общая база, по-моему, сколько я знаю. Да ничего я не наезжал. У меня скидка 50%. У меня стаж неебический. Здорово, здорово, космонавты.
Ой, я пропустил. Что там в Дмитрове? Крематорий для грудок. Вот он. Что? Вот, все, положил. Чик. Накрыл. Так. Че? Мы легли спать в 3, проснулись в 5. 5.30. Да, в Дмитров ездил. Ну, бля, короче, я в Дмитров ездил в то ГАИ, где его ставили. Для того, чтобы ряд моментов... Блядь, да заебал, это WhatsApp уже, блядь. 150 сообщений каких-то пришло. Да, меня там Ксюха чуть не прибила в этом Дмитрове. Злая была, пиздец, голодная. Короче, тонировка, блядь, там еще всякие там хуйня. Чтоб все ровно было, я поехал туда. У чувака, хозяина Хаммера, блядь, там, короче, связи. Нормально, все позвоню, короче, все сделали у вас в натуре, а? Поняли, почему я ездил в Дмитров? Все, тема закрыта. Если бы я поехал в Москве, мне бы сейчас, блядь, вот так вот, нахуй, сидел бы сейчас лобовое отковыривал, блядь, и боковые, нахуй, тренировку, и всякую хуйню, еще что-нибудь, блядь. Да, мы изначально, когда я покупал, мы уже договорились, что я к ним приеду. Спасибо. Что-то народу мало. Пятница, все, наверное, уже бухать начали. У меня были аварии. Ну, такие. Не по моей вине. Ну, по моей тоже были такие незначительные. Тьфу-тьфу. В основном в меня въебывался кто-нибудь. Вот. У меня такие аварии были, в страховую не обращался. Так договаривались. На Хаммер все внимание обращают. Кто бы там что ни пиздил, все равно, блядь, все, о, Хаммер. Да, ну так, ну, замесов не было таких конкретных, слава богу. Пиздуйте, аварии. Так. О чем речь идет? Да ни о чем. Вон, голубые лайки идут и зеленые. Все нормально. Вещаем с космодрома Байконур или как там. Сейчас на старт пойдем. Блять, первый Хаммер нормально смотрится. Да заебись он смотрится. Где на нем ездить-то, блять? По Ленинскому взад вперед только и все. И то, когда, блядь, никого нету, ну, на две полосы. Все зависит, и рост мышц, и силовые, это неотъемлемая часть друг от друга. По Москве нигде, да это уже коллекционная машина, ну, что вы прикалываетесь, блядь? Это коллекционные, поэтому тут что, слишком не надо напрягаться даже ездить. Это чисто взял где-нибудь там на даче, блядь. Поездил, похвастался и все. Так, что там? Все готово.
Так. Я пойду сейчас. Сейчас 2 минуты. Точнее 30 секунд. Я за тархун схожу. Сейчас приду. Нету тархуна, блядь. Сука. Идется колу пить. Так, про рис не забудьте напомнить. Рис нет еще. Пусть варится. Какой пизду ремонтик? Никакого ремонтика. Это орбитальная станция МКС. Угу. Да. Спасибо. Чего разыграл мне? Какая-то суховатая грудка, блядь, кусок такой. А, не, нормально. Чувак с Аркашей к треню? Не знаю. А это он готов? Блядь, ну ёбаный в рот, а. А, 1 апреля? Не разыграл. Нормально все. Ты сюда пиши, а там не вижу. Там помимо тебя еще, блядь, уже 50 сообщений пришло. Куда? Да ну нахер, блядь. Что делать? Сиди дома. Это 1 апреля или у тебя температура? Что у нас тут шутки пошли, блин. Терафлю выпей. Или иди сюда пей. Да не, она болела, вот немного, ну как бы так, глушили, вроде, может еще не это, не выздоровела до конца. Самая ебучая температура 37, вообще. Че жрешь, блядь? А не жру, я кушаю. Спасибо. Да погода пиздец, блядь. Это я загубил девчонку. С собой таскаю ее, блядь, по всяким Дмитровым. Да моё. Опять ем. Всегда ем. Куаев сейчас выступать будет. Пусть выступает, чё. Рис? Пусть еще чуть-чуть побурлит. Да, на массе. Я знаю, что сейчас северо-запад. Куваев, наверное, будет выступать-то не сегодня, а завтра.
Сиди дома, я потренируюсь. Потом заберу тебя, поедем тебя лечить. Давай. Тирафлю есть, выпей сейчас тирафлю. Блять. Ну, я не знаю, хочешь приходить сюда, здесь тирафлю выпьешь, у меня есть здесь. Но тренироваться 100% не будешь. Че, Кать, укольчики сделать? А? Витаминный. Нету, нет отвращения от курицы. От такой нет. От такой именно нет. Да. Спасибо, Ксюш. Сначала надо заработать, а потом выступать. А если ты ничего не заработал, на что выступать-то, блядь? На что готовиться? Не на что. Амексин. Амексин. Ты что, подожди. Напиши мне, пожалуйста, в сообщении, а то я так забуду. Амексин. А у меня дома, по-моему, есть. Это что такое? Амексин. Это случайно не от аллергии? Что-то знакомое. Когда это дерьмо выключится. Но. Иммуномодуляторы. Да. Но тренироваться сегодня не будешь. По-любому. Для мамы что посоветую? LST Joint. Я своим родителям брал. LST Joint от Лабрады. Кровать такую нормально. 300 грамм грудок. Нос не дышит, что посоветуете? Заткнуть рот еще, чтобы вообще не дышать и умереть. Чтобы не мучиться. У моей собаки так перед смертью было. Нос не дышал вообще. День-два и все. Вот. А где вы там встретиться-то уже собрались? У меня нормальная грудка из гриля. Но вот это, короче, что-то, кстати, ну так.
середнячок. То ли, блядь, передержал чуть-чуть. Жестковато, падла. Бади. Да, овощи нужны очень. Мы едим овощи. Чё вы с Ксюхой я пропустил, блядь? Кова. А кто сказал, что кова это нездоровая еда? Кто сказал? Где доказательства? Давайте докажите. Где доказательства, что кова нездоровая еда? Документально принесите мне. Тогда поверю. И перестану пить. Здорово. Базовые упражнения. Это называется базовые упражнения. А, кто тут подглядывает? Ну, сахара мне до хера. Я по полкило сахара в день ем. И что дальше? Мне 50 грамм больше, 50 грамм меньше. Погода не делает. Я вам по полкило в день засыпаю в чай и в овсянку. И чё? Ничего, видели качество? Да. Все полезно, что в рот полезло. Про Гостюнина ничего не скажу. Вчера и позавчера, и позапозавчера уже все сказали. Хватит уже о нем говорить. Ну, Вань, да, Вань. Это кто это? Ты не придешь заниматься, Ксю? Ну, я уже догадался, что сестра. Привет. Привет. Это зона. Да, это барак. Я думал, ты сейчас придешь, терафлю выпьешь, и я тебе лекарство куплю, и поперископишь, а я потренируюсь. В смысле, я тебе не дам тренироваться сегодня, вот что я имел в виду. Или тебе нужно время, там, собирайся, если хочешь, я потренируюсь один. Огромный, блядь, в камеру не влазю. Вот чтобы это было не слова, идите в зал и приседайте, вы сами все увидите. Вот. Все можно. Было бы желание. Сейчас через полчаса буду тренироваться. Сейчас рис съем. Немножко сядет. Ну, в принципе, вот эта грудка с рисом очень быстро садится. За минут 30-40 уже голодный. Я иду нормально тренироваться. У меня, правда, по работе там что-то много всяких дел. Что там? Что заниматься, где заниматься, когда? Нет, я еще и тренируюсь. 300 грамм. Я съедаю 300 грамм. Я беру грудки по 300 грамм на развес. Либо медальоны там, ну 300, может 350 грамм. Не меньше 300. Mm-hmm.
Ой-ой-ой, как много выскочило. Чем буду тренироваться? Блять, что за вопрос, не пойму. Чем? Железками. Да, да. Steam rice. Л-карнитин – это самая лучшая добавка спортивного питания. Одна из самых-самых лучших. Просто никто, сука, не знает, для чего он нужен. Вот и все. Чего? Это не пойму я. Блять, сейчас капли эти застынут здесь на сковородке, на плите. Ой, стоять. Так ругайся, не ругайся, ругайся, не ругайся. Я помолчу тогда лучше. Выберу третий вариант. Так, что там? Связь плохая, да? Wi-Fi тырят. Ругайся. Кто расстроился? Я? Да, расстроился. Блин. Измучил девчонку. Я не скажу, что часто, но и мед, и молоко употребляю. Я все употребляю. Все, что захочу. Что ем? Рис ем? Steam rice. Доедаю. Грудку уже съел. Сейчас скоро тренироваться. Что за новость? Рус, что за новость? Тоже урчит? Да, сыт кто-то стоит. Чего Гостюнину в больничку увезли? Что там, блядь, что-то у него хроническое, что-то... Хорошо, я тебе напишу сейчас. Еще. Я сейчас в аптеку пойду за лекарствами. Напишу тебе. Сейчас решим. Блять, что там с Гостюниным? Все? Психушку забрали или куда? Или дрищ открылся? Нескончаемый. Понос от Energy Diet. Ну ладно. Не, если серьезно, что там? Совсем беда? Днище вырвало. Блять. Очередной пиар-ход, блин. Наверное, какой-то.
Походу Гостюнин съезжает. Грамотно съезжает, наверное. Правда, что нужен мышечный корсет. Ходит в больничке под себя. Чё вы несёте? Я что-то не пойму, блядь. Где, откуда информация такая? Хейтеры что-нибудь нарыли, что ли? Слышь ты, блядь, придурок ебанутый, нахуй. Съебал отсюда. Хуевшая мразь, блядь. А, точно, шутки. Подонки, разыгрывайте меня здесь. Где? На МКС? Что-то тут опять. Да мне вообще насрать, что кто думает, где я, и спрашивает. Вообще абсолютно насрать. Все свои знают. Где я? Что я? Кто я, блин? Вообще параллельно. Правильно, ребят? Да, тренируюсь сегодня. Плечи надо сделать. У меня что-то кости, сука, ломит. Но я потренируюсь. Так что... Не смотрю телевизор вообще. Да, с тренировки включусь. Плечи поделаю. Но они, понимаете, есть зависть хорошая, есть зависть плохая. А есть зависть хейтерская. Вот я придумал сейчас новое. Хейтерская зависть. Они так завидуют, что они, блядь, не знаю, такое дерьмо пишут. Сам нихуя не может ничего. И напишет какое-нибудь говно. И думает, самореализовался, круто, блядь. Вот. Типа, блядь, смелости хватило выебнуться, блядь. Какой он, блядь, герой. Он, блядь, написал и пошел, блядь, вот так. Окрыленный, блядь. Вот это вот. Вот такие вот, блядь, смельчаки, блядь. Я ж не скрываюсь, все знают адрес, ё-моё, приезжайте сюда, в Инферно, блядь, Инферно Фитнес. Ладно бы, я ж не сижу там, как эти, блядь, день там сидят, на Украине там, ещё где-то, блядь, в колхозе там где-то, блядь, пиздят там, вот, где их удостанешь. Приезжайте, всё, что говорю, кому не нравится, блядь, приезжайте сюда. Выскажитесь, ёбана в рот. Ну тут все, какие проблемы. Каждый день в Инферно. Каждый божий день.
Кому там что не нравится, блядь? Никто ж, сука, не едет, блядь. Одни боксеры, каратисты, дзюдоисты, тхэквондисты, блядь, нагибаторы, опускаторы, доминаторы. Но, сука, ни одного, блядь, до сих пор нет еще пока. Странно, блядь. Забанил уже человек под 250. Сука, ни одного нету, ебаный в рот. Где? Где эти? Блядь, смельчаки, ебаный в рот. Ну все, народ, ладно, мне надо с Ксюшкой пообщаться, узнать, что там, как у нее дела, и пойду я потренируюсь потом. Включусь в тренировки. Не будем прощаться даже, ладно? Ладно, вот баночка, сейчас баночку покажу на прощание, а то же ведь не поверят, скажут, что жирный просто. Вот. Видели? Видели? Все, жирный, нет? Давайте. Вот. Огонь. Все. На тренировке увидимся.